Подвели итоги и наметили планы на 2017 год. В региональном правительстве состоялось заседание Совета по выставочной ярмарочной деятельности. В этом году регион участвовал в 11 всероссийских мероприятиях. Всероссийская выставка-ярмарка народных и художественных промыслов «Ладья-2016», 10-я региональная выставка «Ивановское образование 2016. Молодежь и мир профессий», международная туристическая выставка «Интурмаркет-2016», Всероссийский форум выставка «Госзаказ-2016», международная специализированная выставка «Белагора-2016», 20-й Петербургский международный экономический форум. Несколько масштабных мероприятий прошли и внутри региона. Ярмарка интересных мест и событий «Путешествую по Ивановской области». В мае эта ярмарка состоялась. Межрегиональная выставка «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство». Межрегиональная ярмарка вакансий «Цель, диалог, успех». Также состоялся комплекс выставочно-ярмарочных мероприятий в сфере текстильной и легкой промышленности. Это российский фестиваль моды «Плёс на Волге», «Льняная палитра». 11-й международный промышленно-экономический форум «Золотое кольцо» и международный текстильный салон. Год грядущий готовит еще больше интересных событий. В плане международный отраслевой «Легпромфорум 2017», который пройдет в феврале в Москве. Российский инвестиционный форум в Сочи. 21-й Петербургский международный экономический форум. В программе следующего года два мероприятия в сфере туризма. Выставка «Интурмаркет» и третья региональная ярмарка интересных мест и событий «Путешествуй по Ивановской области». Решено, что регион примет участие в мероприятиях, приуроченных 50-летию Золотого кольца. Из новшеств местных для повышения статуса Дня работников текстильной промышленности его решено совместить с фестивалем моды. Каким именно, пока решается. Все эти мероприятия обойдутся бюджету области более чем в 24 миллиона рублей. Оправданы ли расходы и как их минимизировать – вопрос следующий. У нас серьезное рассмотрение бюджета в новом формате будет в январе. Правда, я не говорю, что там есть манна небесная, Любовь Васильевна совершенно правильно скептически на эти вещи смотрит, потому что нет доходов, но и расходы не все пришлось учесть. Поэтому будем смотреть эти вещи. Но я еще раз говорю, что если ее просто на ней крест выставочно-ярмарочной деятельности, будем смотреть. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Мы все выставки, которые будут проходить в сфере...